Большое число ДТП происходит сегодня по вине нетрезвых водителей, которые не могут адекватно оценить ситуацию на дороге. Их внимание рассеивается, реакция становится заторможенной. Именно по этой причине ответственность за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения установлена достаточно серьезная. 20 июня в городе Видное на пересечении улиц Школьная и Старонагорная сотрудники госавтоинспекции провели акцию «Нетрезвый водитель». В течение 2 часов инспекторы проверили на предмет алкогольного опьянения 68 автолюбителей. В ходе рейда не было выявлено ни одного нетрезвого водителя. За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения предусмотрена административная ответственность по статье 12.8 и 12.26 Кодекса об административных правонарушениях и влечет наложение административного штрафа в размере 30 000 рублей, а также отстранение от управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет. Также инспекторы напоминают, что если водитель управляет транспортным средством в нетрезвом виде повторно, будучи ранее лишенным права управления, он понесет уголовную ответственность по статье 264, пункт 1 Уголовного кодекса Российской Федерации, санкциями которой предусматривается штраф в размере от 200 до 300 000 рублей, либо лишение свободы на срок до 2 лет. Такие оперативно-профилактические мероприятия сотрудники ГИБДД проводят на постоянной основе.